Короче, засадил Ниву вот на этой дороге. Глина, короче, вообще самые гланды. Сейчас будем пробовать выехать. Вон, горка, в принципе, не хрен, но задевает уже днище. Сейчас будем пробовать выезжать. Аленушка со мной, да? Будет снимать. Конечно. Как все получится. Сейчас пилю елки. Высовываю под колеса. Хорошо пила с собой оказалась. Флаго. Хотели в Бугаву, в деревню, на рыбалку, на озеро. Так как не понравилось ей ловить хариуса. Мне кажется, достаточно. Вон сколько уже. Пихать некуда. Вон маленькие есть. Очень красиво, очень красиво. Там из столицы даже не выйдет, потом будет даже выйдет. Так давай, может, сразу же назад поедем, да и все. Да назад не проехать, там глина жестко. Она пробует. Если что, на каракате ехать, с каракатом идти. Что, каракат будет вытаскивать? Ну. Давай. Жестко елку не засазывает. Засазывает? Да. Вот это? Это крутится, да? Да. Это не крутится. Тоже, по-моему, крутится. Я что-то не обратила внимания. Лопаты-то есть? Лопаты-то нет, руками.
Один выход. Все это выкапывать, бля. Куда машина? Ну тут все ты не откопаешь руками. Месиво такое. Масло, ёпта. Офигеть. Может, подстелишь елку на всякий пожарный вот сзади-то, чтобы дальше еще не застрянуть. Хули эта елка, ее слизывать быстро. Если мы пойдем накатом, смогу разгнаться. То... Если нет, то уж... О, Господи, пожалуйста, дай мне выбраться из этого дремучего леса. Не едет. Оно не едет даже. Попробуй поворачивать колеса, чтобы не на одном месте было. Повернуть чуть-чуть хотя бы, вывернуть его на эту сторону. И перчатки. Вон перчатки. Выкинул ты их. Вон.
Блять, вот. Чтобы человека был корованным. Чтоб толкал? Да. Там кто-то едет. Слышишь? Посмотри, связи нету. Нету связи. Если на дорогу выйти. Он на такой скорости едет. А это менты вообще с полицией. Менты, помогите. Почему они всегда с мигалкой едут? Посмотри, да. Связь есть здесь? Нету. Ну, хотя бы они могли помочь. На буханке точно бы вытащили. Они бы нам могли протокола выписать, потому что мы, блядь, незаконно 4 срубили этих. А, господи. Да. Может, они нормальные были бы. Кто? Менты. Мы скажем, что их даже не рубили. Давай. Когда? Давай. Ты что, снимать это будешь? Не буду снимать ничего. Короче, так не смогли мы выехать никуда. Застряли конкретно. Сели спереди. Развели костер. Я пошел за каракатом. Я буду охранять книгу. Потом снимем дальше. Как пойдет дело с вытаскиванием каракатом уже. Пока как-то так. Я тебя жду. Все, давай. Ну, часа два. В смысле два? Ну, час мне только идти, наверное, минимум. До деревни. Обратно быстрее. Давай. Выхожу на дорогу центральную. Все. И пошел. Ладно. Сниму дальше, когда уже на каракате поедем. А, да. Время, кстати, 8.50, 20.50. Вот куда мы хотели проехать. На Бугаву. Ладно, все, пошел дальше. Иду минут 10 уже. Погода вообще огонь. Солнышко, тепло, птички поют. Хорошо. Но идти еще далеко. Все еще иду. Нашел следы Мишки. Переходил дорогу. Медведь. Когда он переходил? Вчера, может. Вчера еще сыро так было. Ой, небольшой. Вот если сравнить с пивной пробкой. Пивная пробка. Вот у меня рука. Вот так вот. Ладно, идем дальше. Идти не знаю сколько километров. Ну, я думаю, не больше 5, меньше. Иду дальше. И это уже медвежонок. Медведица с медвежатами.
Вот пробка. Это уже такая опасненькая тема, когда медведица с медвежатами. Это уже сегодня. Даже не сегодня, а недавно. Вообще свежий след. Вообще свежий. Медвежонок выходил. Ну ладно. Хорошо, что Аленка не знает, что медведь ходит. Как бы она уже, блин, на панике была. Тут тоже следы. Когти какие. Вдоль дороги ходят что-то они. Не знаю. Жрать ищут, может. Надеюсь, меня не найдут. Ладно, вот уже мост Юрмский. Осталось. Ну хрена что осталось так-то. Ладно, идем дальше. Солнце уже заходит. Ну вот там-то видно. Мост через речку Юрму. Сюда мы сначала поехали рыбки половить. Харю за одного поймал. Мышку оторвал. Но потом Аленка захотела на озера. Тишина, птички поют. Утка. Красота. Сейчас там сверну. По дороге дальше не пойду. Сверну в лес и через поля. Там уже поля-то, правда, заросли все. Ну ладно. Вот там столик стоит. Навес. Скамеечки. Ой, на костер жечь. Дошел до своротки, дальше пойду здесь. Там быстрее, потому что там крюк давать, а тут напрямую по диагонали считай. Ну, думаю, через минут 40 дойду. Ну, может, час максимум. Так-то тут ни хрена идти. Сейчас там видно будет, может, что. Ну, деревню-то, конечно, не видно отсюда. Видно поля. Поля, леса. Второй день. Приехал в город. Вчера приехали вечером. Тут поля заросли все, раньше ни одного деревца не было. Сегодня ездил тоже там по полям. Раньше были поля, лет 15 назад все заросло, вообще все заросло. Лес уже просто за такое короткое время. Ну вот. Там вот вдали виднеются постройки. Не знаю, на камеру видно, нет. И, грубо говоря, там еще от тех построек, от вершины вот того холма километра, ну, два, может, около. Ладно, пойду. Время уже 20 минут. То есть полчаса я всего иду. Вот оттуда. Уже дошел до пожарки. Бывшие гаражи. Школа, кочегарка, труба. Ну отсюда меньше километра. Так-то. Так что минут через 15. 20, может, дойду. Но я быстро очень иду.
там деревня виднеется, Бугава. Ладно, пойду дальше. Снова выхожу на просторы. Прошел пожарку, экскаватор, хуятор. И тут снова солнце. Поля. Теперь мне надо вниз туда. Вот деревня там. Начинается, видна уже. Забор. Вот этот длинный, который мы с Геннадием когда-то делали вдвоем. Ходили картофан садить. Мы садили, копали трактором. Все еще стоит. Это было, я не знаю, сколько лет назад. Лет 5, может 7, может, блядь, больше уже. Помню даже. Речка там видна. Весь день. Тут кладбище старое. Тут кабель, оптика идет под землей. Волокно тянули до Мизени или до куда, я не знаю даже. И нафига тоже не знаю. Ну, связь, конечно, нафига. Удовольствие не дешевое. Тянуть кабель, оптику, блядь, двумя тракторами. Сотка там, 130-е, что ли. Друг за другом с цепкой, там у них устройство специальное, катушка. Сейчас откроется вид на речку. Селосная яма. Дальше тут колхозы, совхозы. Все дела. Село заготовляли. Ну вот, мне осталось совсем чуть-чуть. И я обрадую батю, что нам надо ехать. Вытаскивать каракат. Ой, вытаскивать каракатом машину, которую я сыночек засадил. Вот, подхожу к дому. Вот каракатик стоит. Не знаю, справится ли он, конечно, с задачей. Должен, по идее. Папу обрадую. Не знаю, насколько он обрадуется, конечно. Ух, даже в сапогах грязь, бля. Зень. О. Ой, кто к нам приехал? Где папа? Хочу его обрадовать. Чего? Иван Анатольевич, нужна ваша помощь. Чего? С каракатом. Застрял? Застрял. Где? На централке своротка на Бугаву. Поехали на Бугаву, на Курью, ловить там. Ой. Аленка не может ловить на быстрых речках. Так что поехали. На Курью не ловится. А? Аленка там, в машине, да, говорит, я не пойду. Причем, знаешь, сколько я дошел? Без 10 я вышел. Дошел я, по сути, сколько? Ну, половина час. 30, 40 минут. С Бугавы, с воротка, где с централки. А? Вот. Там следы медвежонка только-только отходил. И медведицы большой. Приезжайте больше домой. Все, едем на выручку. Мама тут собралась. Мама главная. Леветку-то возьмем? Леветку у меня в каракате маленькая. А. Вот артист. Каракатик, не знаю, справится, нет.
Папа, ну ладно. А потом что да. Взять? Ну ты снимай, да, чтобы все было видно. Маму обучаем съемки. А потом не как? Не закрывай камеру, что тут камера, вот не держи. А? Палец убери, вот видишь. А. Пилу не надо? Пила у меня в машине. А. Потом как выключить? Так он возьмет у тебя. А. Так ты, мама, можешь с разных ракурсов. Импровизируй. Оператор. Рыбаки поехали спасать Аленку. Лапка ставлена сторожить. От винта. От винта. Поехали спасать машину. Рыбака. Вот какие рыбаки. Вот какие рыбаки. Все. Будем ждать. Будем дождать, да будем ждать. Не видать милого друга. Я просто сняла, чтобы уехать. Все правильно, правильно. Все, молодец. Ладно. Мы опять приехали. Вася, не Соболь. Ох, ох. Ладно, батарея, кстати, садится, надо экономить. Батарея садится, надо экономить. Идем напрямую через поля. Как я шел. Для караката нет непроходимых дорог. Летим с горы. Тормоза-то есть? Тормозов еще нету. Да. Первое препятствие для караката. Машина бы тут точно не прошла. И каракат тоже. Надо было отпустить. Едем дальше, уже мост. Где Ромовский? Вся. Вот уже вывеска, Пугава. Вот Аленка. С лапкой. Заждалась. А мне что-то помнится, что у нее белая куртка, раз она все время белая. Лапка скачет. Где это, да? Нет, вот, вот где она там. Вот это как? Так нет, задом, наверное, нет? Вот машина, ты видишь, да? Да, по-хорошему. Костерчик. Ну что, живы?
Ну глуши, перекурим. Посмотрим. Посмотрим. Назад, я думаю, да? Или вперед? Надо вперед, Илья. Конечно, надо вперед. Ну ладно, будем пробовать сейчас. Покурим так. Начинается операция по спасению Нивы. Мамочка! Блядь, чуть не... Вот дела. Вот дела, конечно. Сейчас загорится. Отвертка, думаешь, пап? А? Отвертка не лопнет? Куда он поехал уже? Зай! Неа. Ой, лопнет. Лопнет. Не тянет. Вывернуть. Надо что-то немного освободить. Лопату надо было. Да, надо было лопату. Лопать немножко, можно?
Назад чуть-чуть, чтобы я дал, чтобы разгоночку не пришел. А он все шевелится, да? Да, шевелилось до этого. Надо палку сделать, подрыть. Так я подрывал, там копал руками все, где можно. Теперь не надо, туда не копал. Попробуй с разгоном, твердо. Трос лопнет, да тебе стекло. Ну трос точно лопнет, Илюш. Давай назад попробуем. Здесь-то у тебя в горло еще, да конечно тяжело. Ну, давай здесь попробуем. Давай назад. Снимется снова. Так нам ее чуть-чуть хотя бы назад дернуть, а потом вперед. Давай нормально проходишь. Разгону также. Пап, скажи, что с разгону надо. Также с разгону, также. Еще раз.
Ну, вытянул, блин. На обоих хвостах сидит. Ага. Пиздец тут. А, так можно подзакидать какой-нибудь хламом? Колеса уже замыленные, все, они уже... Че, сейчас как? Зад? Зад? Да. Так давай я вперед проеду, чтобы трамбончику опять. Давай. Она поедет хоть вперед-то? Сейчас попробуем. Надо тормоза наделать. Сидели нахуй. Нет, без тормозов. На дороге да ладно, я переключу, то и торможу. А здесь, вот видишь, ситуация такая, что надо просто цепить тормозов. Что, на типок еще, да? Уже продвижение есть. Да. Слушай, у меня тут экран погас. А я на вас смотрела, когда вы вытаскивались, я не помню. Он либо сам остановился. Да, так он остановился, блядь. Смотри, а. Результат. Каракат вытащил. А давай попробуем, кто сильнее, каракат или Нива. Давай. Я вижу, ясно, кто сильнее. Кто? Ну тут катаньяк на какой-то.
Давай попробуем. А что, просто для интереса, давай. На первой передаче. Ну да, тут только сухо, машина. Ладно. Все. Машину вытащили. Сейчас поедем в сторону дома, наверное. Спасибо, папа. Спасибо, папа. Если что, мы тебя позовем. Да, просто думали. Тут явно... Мы на... Нет, ну я сбоку-то объехал, вот туда я заехал, а потом из Коли не мог просто вырулить. Так надо было бросить что-то, пиво есть. Я думал... Там дальше все равно не проехать. Почему? А мы ездили по работе туда. Там да? Такая... Хорошо, что здесь. Да, хорошо, что здесь. На, глина, на. На обоих мостах сидел. Ладно, я помчался. Лапку, ну давай. Лапку заберите. Лапа! Лапка, лапка! Она сейчас не подойдет, тем более я здесь. Не, она так хорошо подходила, сразу же подбегала к машине. Машину запустишь и потом ошейник. Лапушка. Ой, машина идет. А то она может за мной еще побежать, тогда точно не поймать. Лапа! Лапа! Оп! Все, сиди. Через окно? Эх ты хитруха. Хитрованка. Все, сиди. Ну давай. Скоро приедем. Сейчас. Чаю еще остановимся где-нибудь попить. У Юры мы речки. Все, батя поехал домой. А мы остались, да? Больно понравилось. Особенно где медведи ходят. Ладно, все, давай собираемся.